конечно, хотелось бы пожелать всем ребятам, прежде всего, здоровья, да. Спорт все-таки такой спорт, как дзюдо, он дисциплинирует, он систематизирует ребят, да. И я уверен, что из тех, кто вот сегодня присутствует здесь, молодых, юношей, ребят, вырастут действительно настоящие, прежде всего, украинцы, люди, ну и, возможно, воины. Поэтому желаю всем им здоровья и в добрый путь.